Специалисты утверждают, из года в год причины возникновения пожаров не меняются. Сжигание сухой травы по весне, уничтожение мусора без соблюдения технологии. Такую информацию озвучил министр Чувашской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. О необходимых мерах пожарной безопасности говорили на еженедельном совещании в Доме правительства. На ликвидацию весенних пожаров уйдет время, а природу быстро не восстановить. В этом году в Цивильском районе огонь почти вплотную подобрался к населенным пунктам. Возможная причина – пал сухой травы. Это один из примеров. В прошлом году количество таких случаев было практически в два раза больше, но в этом году последствия у нас совсем другие, потому что площадь, охваченная из-за травы, 540 гектаров, это в 10 раз больше. Другая основная причина – сжигание отходов. Крупногабаритный мусор, срубленные ветки и кустарники не вывозят на полигоны, а утилизируют на месте. С начала года произошло 950 пожаров, в которых погибло 40 человек. Государственная политика обозначена на народосбережение, на стимулирование рождаемости, миллиарды рублей. Десятки, триллионы выделяются на уровне Российской Федерации для того, чтобы улучшать демографическую ситуацию. Понимаете, вот безответственность людей приводит в отдельных случаях к гибели самих людей. Надо профилактическими мероприятиями лучше заниматься, чтобы, по крайней мере, во втором полугодии людей мы не потеряли. Свою роль здесь должны сыграть и общественные комиссии, задачей которых и станет разъяснительная работа.